Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. Сегодня некоторый день, как народ у нас прозвал, дурака. Задание заключалось в следующем. Спросить, где находится то или иное место, уже находясь непосредственно в нем. Знаете, сразу могу сказать, что реакции были неоднозначные. Надо было найти не меньше 10 мест. Вроде бы должно было быть веселым задание, но оно не особо веселым было. Иногда себя чувствовали, на самом деле, дурачками, потому что, например, в магните, когда мы были, мы зашли и спросили, а где магнит? На нас так посмотрел народ, как бы, ну, в общем, да, типа, осталось сказать, что все нормально, нет. А еще, как бы, мама с ребенком, я, как бы, интересный нюанс был. Вот, посмеялись, наверное, только в двух местах. Это стоя на улице, на которой я еще под табличку встала и спросила, где улица находится. Посмеялись с прохожей женщиной. Вот, и посмеялись со знакомой в магазине. Я зашла, приобрела это самое для растений своих домашних, и уходя уже, я говорю, а где у вас для растений? А она, в смысле, что ты имеешь в виду? Говорит, ты же вообще-то купила. То есть, ну, конечно, сама суть неординарная такая, некоторых нюансов много, но я думаю, задание удалось на славу по той простой причине, что все почувствовали немножко себя дурными, дурачками, нашли возможность выпутаться из данной ситуации и повысить тем самым свой уровень некоторого мышления. Всем спасибо за внимание. С вами была Юлия Жукова. Пока-пока.